право. Или для вас все-таки важнее, чтобы они почитали эту книжку, или чтобы купили? Спасибо. Я знаю, когда по изданной одиночеству сети мое издательство «Азбука» в Петербурге нашло больше, чем 100 разных порталей, интернетных порталей, можно так сказать, которых можно было нелегально скачать мою книгу. Но я думаю, вы знаете, у меня есть такое счастье, что я свои деньги зарабатываю по писанию, но не книг тоже, но я живу с писанием программов для большой корпорации. Я зарабатываю много денег не с книг. Это для меня не такое важное, если кто-то скачает мою книгу и не получает своего гонорара и другого. По-другому, я думаю, что это очень трудно видеть борьбу с этим. Но просто издательство «Азбука» приведло к закрытию одного из этих 100 порталей. И 2 месяца позже это снова там было. Я думаю, что если книга интересная, кто-нибудь скачает эту книгу на свой мобильный или на компьютер, он в конце концов после 4-5-10 страниц, если она интересная, будет хотеть ее иметь на нормальной форме, на папере, и просто купить эту книгу. Для меня это нехорошо, потому что я информатик. Если бы все скачали программы, которые я пишу, то можно, наша фирма могла бы закрыть двери и пойти. Но трудно это сделать. Но есть это и есть как-нибудь из сгода на то. Из таких согласений на это. Я помню, как в России появился фильм «Одиночество сети на пластинке». Я шел в главной улице Москвы. Большой магазин с пластинками, фильмами. Я вижу «Одиночество сети». Я хотел, хорошо, русская версия моего фильма, я хотел памятку купить и взять ее. Прихожу в магазин, молодой человек, и да, у нас есть «Одиночество сети», я бы хотел купить. И он меня спрашивает, оригинал или пират? Но это не был маленький рынок где-то-нибудь, это был нормальный магазин с пластинками, официальный. Но я посмотрел на оригинал «Пират» и не видел никакой разницы, только в цене была разница. Я купил оригинал, потому что я... Но есть эта проблема. Я живу в западной части Европы, в Германии, это есть по-другому. Люди, не только потому, что закон есть очень такие, но люди просто понимают, начали понять, что должно... Я лично чувствую себя, если я слушаю музыку, которую я не купил, я чувствую какой-то диссонанс в этом, что это человек, который свою интеллектуальную работу не получает за это денег. У них есть семья, у них есть квартира, у них есть кредит, который они должны заплатить. Просто это не хорошо, я думаю. Но я не буду с этим просто... Мне в этом смысле... Я знаю, что я потеряю деньги в этом смысле, но это не самый важный для меня элемент. Но я против этому, потому что интеллектуальная работа, такая самая важная работа, люди живут с этим.